Резина не работает, да? Это жесть. Это полные блокировки мостов, пониженная и лебедка. И вот этот маленький кустик и мощь Дениса. Трос, трос. Юра, пару слов для истории. Настоящая весенняя охота. На гуся, да? На гуся, да. Без этого никуда. Да, без этого никуда. Да. Как якорь тебе? Якорь, блядь, хорошо. Хорошо, хорошо, да не очень-то. Не все как на картинках и на видео, да? Получилось, да. Ну да ладно. Может быть, это и как с манками. Может, как с манками, правда, да. Когда, блядь, хуёвый манок, на самом деле колер хуёвый. Вот. Это клина. Ну что тут говорить, все и так понятно. Самое комфортное место это у этого пса, да? Балдеешь? Кайфуешь? Ну а мы продолжим поиски птицы.